беседку в саду над рекой. Здесь Анне Болейн назначает свидание Генрих VIII. Уж сотни лет, как Тюдоров нет и трону других королей, а Генрих VIII король молодой встречается с Анной Болейн. И в Кенте все тем же гордятся, представьте, закатной порой. Лишь в миле от вас у аббатства гуляет влюбленный король. Уж сотни лет династии нет и трон у других королей, а Генрих VIII король молодой встречается с Анной Болейн. И в Сент-Олбенсе та же картина, лишь теплая ночь настает. В тиши по аллее старинной король возле Анны идет. Уж сотни лет, как Тюдоров нет и трон у других королей, а Генрих VIII в саду над рекой встречается с Анной Болейн. Кто Генриха с Анной не видел, пусть скажут, что все это вздор. Но Кент и Сент-Олбенс и Виндзор хранят их любовь до сих пор. Уж сотни лет, как Тюдоров нет и трон у других королей, а Генрих VIII король молодой встречается с Анной Болейн. А Генрих VIII король молодой встречается с Анной Болейн.